Выхожу, а там база такая, домики маленькие, типа, и кабинет этого тренера. Он смотрит, походу, в окно, я не знаю, откуда он увидел. Но ко мне подбегают мамы там, и дети, типа, 5-6 лет такие сфоткаться. Ну, бля, я не могу отказать. Я понимаю, что сейчас, наверное, ну, бля, лучше этого не делать, потому что, ну, бля, после тренера вышел. Типа, такое. Но при этом девчонки... GetX. Проект с лицензией. Краш. Ставки на спорт. Получи 100 рублей за репост. Промокоды каждый час в разделе бонусы. Ну, типа, мамы подбегают, просят, но я вообще не могу отказать, брат. Я вообще не отказываю в фотках. И у меня нет такого. И я начинаю фоткаться с ними. И тренер это все увидел, фейм вот этот. И сказал просто, нахуй твой фейм, типа. Ты не нужен, нахуй. Нам нужны броуки, бля. Ну, по факту, вот так и было. Образно говоря, если рассказать то, что мне потом сказали, мы тебя не берем.